Так, ну и вот Успенский собор. Тоже один из символов города Харькова. С такого ракурса, наверное, его лучше всего рассматривать. Действующие храмы также. Как это называется? Господи, органный зал. Органный зал. Соседствуют тут. Мирно уживаются, не знаю, мирно, не мирно, но уживаются. Храм открыт. Так. Университетик. Было это у ЗПИ, Харьковский инженерно-педагогический. Проучился я в нем какое-то время. Так, ну и сразу тут как бы две достопримечательности просто. Одна в другую, можно сказать, упирается. Успенский собор соседствует. С горсоветом, созданием горсовета. Кстати, вот этот домик тоже Штейнмана, по-моему, довольно примечательный. 1860 написано, не вижу. Сейчас попробуем отсюда. Шляпный переулок. Квитки Основьяленко. Да, а это было, по-моему, Государственная дума называлась она раньше, при царизме, так сказать. Построено это здание было в 1888 году. После оккупации немецкой было восстановлено в 1950 году моим однофамильцем Костенко. Площадь Конституции 7. Ну, он Успенский собор бить начал, да? А че это он нам отзвонился? По поводу чего? По поводу 14.00. Ну и вот дом со шпилем, говорю. Дом, который занимает целый квартал, относится к семи чудесам Харькова, но почему-то не относится к официально утвержденным. Он официально утвержденным символом города Харькова.
Сейчас еще хочу попасть на парк Стрелку. О, свита. Вон она, кофе to go. Да, кофе, может, и не помешало бы. Кофе to go. Библиотека Короленко. Да, подводят аккумуляторы и не выдерживают. Таких длительных записей много сжирают. Но, учитывая, что... Ох ты, боже мой, да что ж там уже такое построили? Ничего в себе. Там был котлован, ну, блин, как бы не сказать, десятилетия. Где-то даже в фотографиях у меня есть выложено на панораме, по-моему, там, ну, дичайший котлован, который был, там, не знаю, десятки метров вглубь под землю. А сейчас уже над землей такая махина. Надо же. Ну, а... В принципе, тут можно в городе жить и мимо всего этого проходить. Работа, дом. Я вот сейчас хочу попасть на Стрелку. И это не та Стрелка памятная моим ровесникам по 90-м годам. А Стрелка — место слияния двух рек, которые Стрелу образовывают. Мама дорогая, да там вообще что-то монументальное, невероятно. Ух, какой кошмар. Вот это да. Вот это да. То есть это, чтобы было понятно, там вниз под землю уходило примерно так вот. Как оно сейчас в высоту, оно так было вниз. Выкопано. Ну, практически так. Что же это там будет такое? Ну, какой-то торговый центр в любом случае. Вряд ли лунопарк. Да, так про Стрелку я рассказывал. Я после реконструкции на ней не был. То есть это уже речь идет о, ну, десятилетия. То есть я там не был, до сих пор я еще не видел. Я, ну, то есть я видел только по кадрам. На экране монитора, компьютера. Здесь есть очень примечательный мост, к которому я и направляюсь, нарушая все правила дорожного движения. О, правду сказал. Да. Сниму я отдельно там всю жизнь, с тобой не захламлять. Потом продолжу путешествие. Ну, какие велопарковочки. Милая.
Так, и вот он наш мостик, к которому я и рвусь. Начало Московского проспекта. Ладно, сделаем паузу.